Надев резиновые сапоги, Бахыджан Сапаров пытается вручную спустить мусор вниз по реке. По течению его прибьет к мосту. Там бытовые отходы перехватит бригада коммунальщиков и погрузит в спецтранспорт. Сложные манипуляции приходится проводить из-за беспечных горожан. Берега Кошкар-Аты шымкентцы оккупировали незаконными постройками, сараями да заборами. Много лет нахаловки стоят на территории охранной зоны. Река Кошкар-Ата берет свое начало из родников, поэтому ее воды должны быть кристально чистыми. Здесь и рыба водится. Вот только что я поймал рыбу, которую придавила автомобильной покрышкой. Сейчас мы занимаемся очисткой канала Кошкар-Ата в районе старого города. Ребятам очень тяжело все делать вручную, так как сюда не может заехать спецтехника. Если бы горожане не бросали мусор в реку, то это было бы замечательно. Почему не все помнят, реки и каналы – это основной источник прохлады в наше знойное лето. Кроме Кошкар-Аты, 65 работникам необходимо очистить реку Карасу, каналы Шымкентский и Жанашьек. Я призываю граждан не бросать мусор в городские реки, не засорять их, пожалуйста, будьте людьми. Как уверяют специалисты, основная их работа заключается в круглогодичном поддержании чистоты в городских реках общей протяженностью 175 километров. В основном работы ведутся весной и осенью. Вероятность поднятия уровня воды в это время велика. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».